вызовов очень много в день бывает. Я лично, получается, 30-40 человек больных коронавирусом. Но мы можем выездить до самой ночи, практически до 11, до 12 ночи. Как говорится, до последнего пациента. Потому что если мы сегодня не отработаем, завтра будет еще больше. Чаще всего, конечно, мы возим медиков по ночам, потому что у них график работы такой, что им приходится по 12, по 8 часов работать. Молодежи очень много. Очень тяжело переносят. Все слабенькие. Люди задыхаясь, кашляют. Грудная клетка вся болит. Не могут откашляться, да? Потому что они сами не в состоянии дышать. Сейчас волонтеров не хватает. Медики все практически брошены на ковидный как бы фронт, и нас очень мало. И хотелось бы, чтобы каждый медик побывал дома,